нас в гостях певица и композитор, исполнительница народной песни и русского романса, лауреат премии «Национальное достояние России» Евгения Смоленинова. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгения, ну вот романс «В лунном сиянии» в вашем исполнении, он сразу лег на сердце слушателей, и произведение как-то зазвучало по-новому, приобрело новую жизнь. Скажите, пожалуйста, вообще, как романс XIX века попал в ваш репертуар? Картина «Жизнь Клима Самгина», 1986 год. Я искала романсы для озвучивания героини. Уже частично работа была сделана, и мне предложили целую, знаете, такую стопку нот, и я их все пела подряд, читала с листа, и таким образом спела «Динь-динь-динь». И, конечно, вот коснулось сердца, вы говорите, в начале моего сердца, мне это очень понравилось. И то самое новое звучание романса, насколько новое, не знаю, потому что никто не помнил старого звучания романса. Собственно говоря, его и не очень знали, и кто знал, тот забыл основательно. Вот. И так что он был вообще новым произведением и новым каким-то таким вот образом, который появился. И он буквально сразил наповал всех, всех моих друзей, знакомых, незнакомых, приятелей, неприятелей. В общем, все как-то этим романсом очень увлеклись. А ваш голос прорезался именно на этом романсе? Ваш особенный голос, который называют хрустальный голос России. Конечно, раньше, намного раньше. Чарующий голос и всяческие эпитеты. Да, широкая публика, конечно, узнала меня вот по этому романсу. Что меня отчасти и печалило, вот, но потом я привыкла к этому. И, в общем, да, достаточно равнодушно. Я понимаю, что у каждого человека какой-то такой свой вот вход, у каждого артиста своя какая-то такая вот есть дверь, в которую он входит, и свой выход, свой какое-то свое представление, то самое, что называется, визитная карточка. Для того, чтобы это так звучало, мне нужно было петь довольно много до того, петь народные песни и в конце концов петь в настоящей такой русской традиции, научиться петь с тем, чтобы и романс этот зазвучал традиционно. Это очень важно, иначе он бы не зазвучал. Он так написан в духе традиции русской. Поэтому, знаете, одно невольно потянуло за собой другое. А вот чтобы существовать вот в этой традиции, русской традиции, романсовой, народной, что для этого нужно? Вот какой задел нужно иметь? Что жизненный опыт, вокальные данные или, возможно, просто знание собственной культуры, очень хорошей и глубокой. Что вот из мной перечисленного нужно? Ну, собственно говоря, и то, и другое, и третье. Вот. Но прежде, опять же, без вот какой-то такой, знаете, такой искусственной стыдливости, я прямо скажу, нужно иметь предназначение для этого. Ну, в общем, все должно совпасть. И когда все совпадает, я бы назвала это, ну, вот такой дар, ну, в конце концов, это дар любви. Одна упадет в сырую землю.
знаете, идешь, что-то нащупываешь, и вот нашел. То есть вот эта реконструкция, новое преобразование каких-то произведений из поднятых из пластов нашей культуры. Ведь, собственно говоря, вы же потом именно пошли этой дорогой. Я начала петь постоянно народные песни, как могла, как умела, как, так сказать, как у меня получалось на тот момент. И для этого нужен был, как, знаете, этому сказочному волку из вот, сказки про семеро козлят, там, да, вот он должен был перековать, ему нужно было горло, там, кузнец ему все время перековывал горло. Вот такой вот невидимый кузнец должен был перековать, понимаете, горло твое, которое, конечно, вот гортань твою, которая, конечно, голос имеет, несет его, но он еще, знаете, как, вот, как природная руда такая вот необработанная. Он, его нужно было выточить, как-то убрать лишнее. Он должен был настолько отшлифоваться, настолько должен был, вот, так сказать, через, пройти через какие-то, не знаю, там, труды, какие-то тернии. Это... В пении никогда не может быть извлечения звука, мелодии без слова, без смысла, без сердца. Вот. И некие упражнения. Ну, я понимаю, что со мной поспорит, наверное, многомиллионная армия певцов. Но я готова, если не спорить, то, по крайней мере, остаться при своем мнении, которое мне далось моим опытом, моей жизнью. Это каждое твое звукоизвлечение, неважно, где ты, у себя на заваленке, в концертном зале на репетиции, либо в кругу друзей, либо там перед сном, либо как-то еще, там, вот, в твоем воображаемом, так сказать, творческой кухне, на какой-то распевке, никогда нельзя петь, не, так сказать, просто так, ни от чего, просто, ну, так сказать, знаете, так разогреваясь, как мышцы, как мускулы. По крайней мере, я никогда так не воспринимала пение. И, в общем, я думаю, что была вознаграждена за это. Потому что пение должно касаться сердца. А для того, чтобы что-то коснулось сердца, ты должен этим же сердцем вот как-то это извлечь. Искра, она может только так. Она вот должна быть где-то там высечена у тебя, вот за грудиной, так сказать. Не уходи, побудь со мною. Здесь так отрадно, так светло. Я поцелуями покрою уста и очи, чело. Я поцелуями покрою уста и очи, и чело. Не уходи, побудь со мною. Давно тебя люблю, тебя я лаской огневаю и обожгу. Не уходи, побудь со мною.
кто вам передавал вот этот опыт существования в традиции, от кого вы это наследовали? Вообще, конечно же, от своих дорогих мамы, бабушки, вот от своих пели родных. У вас? Да, да. Мама пела, бабушка пела, какие-то вот родственники пели и собирались. И я была свидетелем, несмотря на то, что я выросла, родилась в городе, выросла в городе, как бы в городской такой вот традиции. Вот. Но тем не менее, у меня был совершенно потрясающий опыт, чудесный. Великолепный опыт, за который я, конечно, так благодарна, и никогда это не могу забыть. Когда мне было 7 лет, мои бабушка с дедушкой поехали, это было в Сибири, я в Сибири родилась, они поехали по сибирским деревням навестить своих родственников с тем, чтобы попрощаться на этом свете. Вот. И вот это именно так и позиционировалось, и я это знала, вот о прощании на этом свете. И в моем, наверное, сознании, ну так я могу сейчас размышлять, что мне было 7 лет, и я поняла, что есть этот свет и тот свет. И вот прощание на этом свете, до встречи на том свете, потому что они прощались и все время говорили, ну теперь до встречи на том свете. И это было настолько естественно, вот эта вот встреча на том свете, что, конечно, все начинало иметь особое значение. Вот все, все встречи на этом свете, они уже были такие вот особые. И в моем сознании они запечатлелись как картины какой-то необыкновенной былины, какого-то, знаете, сказа особого. То есть это не была просто бытовая картина, а это была уже совершенно вот какое-то разворачивающееся передо мной такое вот особое вселенское зрелище, да, да, перспективы. Я помню какие-то такие свои особые чувства, еще смутные и еще такие бессловесные, но я их очень хорошо помню, и они так будоражили мое сознание, мою душу. И все это как-то так вот меня восхищало. Вот. И, конечно, я была свидетелем, хотя, конечно, таким очень сторонним. Я не была такой, знаете, девочкой там, с карандашом или магнитофоном, которая там пыталась эти песни запомнить. Песни были частью, потому что когда собиралась родня, род, да, и вот люди, которых я даже мало знала, но они начинали петь. И пение такое вот, пение сообща, оно было даже страшным. Потому что это целый род пел. Это, знаете, это простиралось далеко за границы этой жизни и этого света. И это вот ощущалось очень остро. Я всегда как-то вот это вспоминаю, и это тоже какие-то образы. И самое главное, знаете, наверное, вот как-то эти события подтолкнули мою душу к восприятию мира в образах. Потом я занималась музыкой, естественно, и это все было уже в музыкальных образах, что, кстати, очень важно. Вот. Ну а потом, когда уже я встретила певиц настоящих, это было продолжение того самого. Это было тоже на грани этого света и того света. Снебесная,
когда так называемые вот эти вот бабушки-крестьянки начинали петь, я всегда понимала, что они вот той самой невидимой частью, обратной, вот, они находятся в том мире, где за ними стоит вот род, ну, собственно говоря, род, народ. Вот весь он и звучит, вот весь он и стоит. И мне, конечно, мне очень хотелось, как вот это выражение, оно меня завораживает, приложиться к роду своему. Да, вот это вот меня просто магнетически несло приложиться к этому. И даже, в общем, помимо сознания, это был как, какой-то такой вот внутренний вектор, и он, это всегда срабатывало. Что бы я ни пела, о чем бы я, так сказать, ни рассуждала, я всегда вот это вот ощущала. И особенно, конечно, когда я выходила и пела народные песни, а начинала я, естественно, петь народные песни, и эти концерты были, может быть, ну, я уверена, что, естественно, остались люди, которые на таких моих концертах присутствовали. Это было дело в Ленинграде тогдашнем. И я пела еще не на концертных площадках, таких вот эстрадных, а я пела в таких закрытых приватных концертах. Какая-то такая, я знаю, вот, что вы даже пели, вы пытались лечить своим голосом. Ну да, расскажите, конечно, об этом эпизоде. Конечно, но поскольку среди моих слушателей были врачи, вот, разные совершенно врачи, в том числе врачи-психиатры, психологи, психиатры, то есть люди, которые непосредственно с душами, так сказать, людей имеют дело, вот, и телами, конечно, тоже, вот, и, ну, конечно же, не мной было замечено, что есть, так сказать, слушатели с расстройствами психики. Вот после таких вот народных песен успокаивались. И, конечно, а вы выступали, да? А я выступала вот в таком. Это не больница, это были такие, знаете, ну как бы частные собрания. Вот частные собрания в частных домах, куда приходили болящие с родственниками, вот так как собирались, небольшая такая была компания. Знаете, вот помещение буквально вот размером с эту комнату, очень уютное, очень такое теплое. И я пела народные песни. И вот я пела, ну, как умела на тот момент, и было замечено, что люди успокаиваются, болящие люди успокаиваются, и они как-то вот, как-то утихают и проясняются даже. И, естественно, мы пытались это осмыслить. С врачами. Ну да, понять, как это, почему это происходит. Вот, и как раз пришли к выводу, что вот это вот и есть приложиться к роду своему. То есть как бы вот стать частью своего народа. Через народную песню. Да, не какой-то такой вот единицы человеческой в смятении, в страхе, в тревоге, в каких-то вот во всех этих колеблющихся состояниях души, которая чувствует себя одинокой. Вот, а это вот то, что ты не один. Песня берет тебя за руку и уводит туда, где много-много людей. И где царит такая гармония, и такой мир, и такой покой, и такие красивые звуки, слова, образы. И человек буквально вот действительно так как-то вот растворялся в этом, ему уже было не страшно, ему уже было не опасно жить, не тревожно было жить. Вот, ну, наверное, так, мы так как-то это понимали. Вот, и родилась идея, вот, а что если... Ну, собственно говоря, это была моя идея, потому что ну, у меня вот было это в руках, да, а я не знаю, а куда это применить? Я не хотела быть певицей на сцене, я категорически не хотела выступать на сцене, а я хотела приносить какую-то вот пользу, да, что-то такое делать, действенное. И мне, конечно, казалось, что польза заключается в том, что помогать людям. Вот. Ну а сцена, это, конечно, я воспринимала это как, ну, некое самолюбование, так сказать, самопоказ. И, в общем, ну и, конечно, представить себе, а дело было в начале 80-х, что кто-то пустил бы меня на сцену с народной песней акапелла.
ну, это понятно, что это было невозможно. Вот, и, конечно, вот что с этим делать? И вот я придумала, что я буду лечить. Но у меня, конечно, не вышло так вот буквально. Вот. Это очень интересно, знаете, это как вот как твоя жизнь, как твоя судьба, как она тебя ведет, как ты ищешь вот этот свой путь, эту дорогу. Ты во всем как не то что сомневаешься, но самое потрясающее, это такое вот, это так приятно вспоминать. Я так благодарна, Лен, что мы вот на эту тему говорим, потому что это приятно вспоминать, потому что ты все время был под крылом. Ты все время был, тебя всегда как-то вот, тебя ласково всегда охраняли. И это я чувствовала всегда. Потому что я действительно и пела. И, ну, первое, что было одно из первых дел, которые мы сделали, я спела в психиатрической больнице, одной из психиатрических больниц в Ленинграде, такой очень сложный, на концерте. Вот, у меня даже грамоты наградили, что я пела в психиатрической клинике. Вот, ну, туда привели, конечно, больных, они сидели, я стояла на сцене, и в этом уже была какая-то неправда. Сцена была такая высокая, вот, там сидели люди, понятно, что они какие-то лекарства приняли до того, вот, и, конечно, все были очень такие спокойные, но, конечно, это понравилось. Была замечательная совершенно история. Мне как-то вот тоже ее очень радостно вспоминать, что она была в моей жизни. Мы ездили такой небольшой группой энтузиастов, по сути говоря, людей, которые просто хотели тоже сделать какое-то вот доброе дело. Мы ездили каждый Новый год, 31 числа, мы ездили в онкологическую клинику на Песочную в Ленинграде, такая знаменитая была всероссийская клиника, и для больных, которых не забирали на праздники, которые были либо издалека, либо просто некому было забирать, мы ходили по отделениям, так сказать, по палатам даже где-то, где были лежачие. И мы наряжались в какие-то такие новогодние костюмы. У нас был свой Дед Мороз. Вот какие-то там подарки придумывали. Вот, и выступали. И каждый там артист пел. Кто пел, кто играл. И это было, конечно, так вот самодеятельно на самом деле. В самом высоком и прекрасном смысле слова «самодеятельно». Вот, потому что, конечно, люди, и я впервые почувствовала вот опять та же самая история, этот цвет и тот цвет. И когда я начала петь народные песни, первые, я помню этот опыт, я запела первые песни народные, у меня еще, конечно, репертуар был не такой, как сейчас, он такой был, конечно, очень, ну, достаточно, его можно было пересчитать вот по пальцам, может быть, там, ну, там два раза надо было руки сложить, но тем не менее, это была какая-то такая очень небольшая цифра песен. И когда я начала петь, люди стали плакать. И я так испугалась, я испугалась вот этого. Люди плачут, а это очень больно. Ты поешь, а люди плачут. И ощущение, что ты себя чувствуешь преступником каким-то, что ну как же так, им и так плохо, а я их еще заставляю плакать. И после первого концерта я решила, что мне нельзя ехать, или надо какие-то специальные веселые песни учить, или что-то вот такое. Мне нельзя вот это делать. И как я была удивлена, когда после вот этого плача такого, да, это тогда, сейчас я это понимаю, но тогда я этого не понимала, когда вдруг такое было, вот знаете, у людей было просветление. Душа,
общем-то, народную песню в вашем исполнении, она вызывает такой некий очистительный катарсис, очень полезный для человека. То есть вы тогда еще не могли понимать, вот, что это такое? Или вы уже понимали, что происходит? Я понимала, что это происходит, потому что певица, которая вот моя учительница Ольга Сергеева, она со мной такое сделала. Вот расскажите об этой встрече поподробнее, потому что ведь у вас в молодые годы начались ваши фольклорные экспедиции, вы посещали северные деревни, и там-то и произошли встречи, которые, может быть, стали судьбоносными для да, вас. Да, конечно, конечно. Я увидела, как это. Я услышала Ольгу Сергееву, и когда еще сама ей не пела, это все было до всех описанных мною событий, вот, я ее услышала, и вот со мной произошло то самое. Я как бы слезами омылась. Вот. И отвечая на предыдущий вопрос, как понимала ли я понимала, что это существует. Я понимала, вот, что можно так. Можно, именно слезами можно вот так вот очиститься. Это я понимала. Я не могла понять, что, вернее, не то чтобы даже понять, поверить, как-то вот убедиться. Для меня было странно и чудесно, что я могу так делать. Я не верила, что это правда я так могу делать. Вот это правда, и я так же делаю. Я вот в этом искала какие-то ответы. Правильно ли я делаю? Такие ли слезы? Они такие или они какие-то другие? Мне нужно было, я никаких полумер, мне нужно было именно чтобы так или никак. Ну, то есть никакого... Я очень боялась неточностей. Просто, знаете, вот до какого-то, до ужаса и до способности отказаться даже от, вот, так сказать, вот от этой работы. Я очень такие, как бы сказать, опасные инструменты в руках держала. Это как, знаете, это вот, это очень серьезно было. Здесь нельзя было ошибаться. Нельзя было вот эти вот устраивать вещи, как бы... Нельзя жонглировать чувством людей просто и чувствами, так, да, и управлять ими. И тем более вот такими вещами, что связано с жизнью, смертью. А эти песни, они непосредственно связаны с жизнью и смертью. Они всегда уходят, как я уже говорила, они корнями уходят в ту жизнь. По крайней мере, для меня так. И вот как бы манипулировать вот этим я очень сильно не хотела. Поэтому я должна была быть максимально искренне, предельно искренне. Я должна была это так любить. И это не подолгу. Это вот себя не заставишь полюбить. Ты либо любишь, либо нет. Вот. А когда уже любишь, ты совершенно иррационален. Потому что ты любишь, как бы сказать, всегда. У тебя нет момента, когда ты любишь больше, любишь меньше. Ты любишь всегда и постоянно. И это твоя рана одновременно всегда. И это твоя сила одновременно. То есть вот это вот сердце твое, оно всегда трепещет. Поэтому я не научилась быть хладнокровной никогда. И до сих пор вот я не научилась давать небольшие концерты. Ну, скажем, вот бывает так, что обстоятельства таковы, что, скажем, концерт маленький. И я знаю, что я буду петь, 40 минут. Конечно, я знаю, что люди могут и больше послушать, скажем так, вот складывается. Концерт маленький, формат такой. И я не могу. Мне нужно обязательно, создать. Вот пока я это не сделаю, пока не знаю, как я все руками что-то такое показываю. Вот. Опять же, вот скажу, не побоюсь, так вот скажу. Вот, нужно создать вот эту любовь. Нужно ее как-то вот... Она должна здесь вот через звуки, через песни, она должна здесь вот... Она воплотиться должна. Чтобы все это прочувствовали, все, кто сидит, все, кто слушает. И если для этого мне нужно стоять, неважно, вот сколько нужно, я столько буду делать. Я это сама почувствую. Что... И теперь у меня возникает вот это внутреннее чувство освобождения, выдох, что все получилось.
Цель достигнута. Цель достигнута. Я начинаю чувствовать, что я могу спокойно уйти. И у меня есть ощущение выполненной работы. Вот у меня есть ощущение покоя. Ну вот вам этот вектор задала Ольга Сергеева, вот известная исполнительница народных песен. Ее даже фрагмент ее пения звучит в фильме «Ностальгия» Тарковского. Да. Ну, можно даже послушать. По греху плыли, а мой на дно пошел. Ваши дружки с войны пришли, о мой не пришел. Мы вас вообще называли «Восточная бабушка». Уже у вас голос такой, как на Востоке поют красиво, как вот индийское пение национальное, так и у вас очень похоже было. Мы только по радио слышали, то есть я Ольга Федосеевна не знала, не видела, не представляла. Только слышала, как она пела жневную песню, вот как «За речкой» Толокная есть песня. Вот, влюбилась я в вас. Голос такой красивый, действительно, такой красивый голос. Я даже вообще не представляла, что вот так вообще могут даже петь. Эй, кумушки, кумитеся, кумитеся, любитеся, кумитеся, любитеся, Федосеевна Сергеева, можно ли ее назвать такой вот крестной мамой, ну, если говорить о вашей манере исполнения? Можно назвать, конечно, так. Ну, конечно, можно, да. Вы когда с ней впервые встретились, и это произошло где? Вот где она живет? Произошло, где она нет, это произошло в Ленинграде, во Дворце молодежи. Я не знаю, он сейчас существует или нет. Вот на одном фольклорном концерте ее вывели на сцену, она была такая с палочкой, села на стульчик на сцене в маленьком зале. Вот, и до нее пел какой-то фольклорный ансамбль современный. А потом вышла она, такая неказистая, как вот, ну, буквально говорят, вот соловьи, они такие неказистые, так прекрасно поют. Вот здесь была та же самая история. Она вышла такая вот в чем-то таком, ну, в общем, простом, вот, и запела. И когда она запела, это было потрясающе, потому что ощущение было, что стены раздвинулись, воздух разрядился, какая-то просто прохлада такая пролилась по залу. И вот это необыкновенное чувство чуда, которое совершается на твоих глазах. У меня внутри все обрушилось. А чему она вас научила? А вкусу. Вкусу. Конечно, вкус. Вкус – это самое важное. На самом деле это самое важное. Нет ничего важнее вкуса. В проявлении человека нет ничего важнее вкуса и меры, потому что каждый человек, вот это несовпадение, неточность, вот эта фальшь такая, она, понимаете, она ранит острее ножа, потому что это то, что практически невозможно исправить, это невозможно объяснить. И, наверное, самое ранящее, ну, для меня, наверное, вот такое отсутствие вкуса. Это во всем, это и в личных отношениях, это и в музыке, в любом искусстве, это в любом виде искусства, да, вот в творчестве, в искусстве. А она была безусловна и всегда. Она никогда, даже ни в общении, ни в пении тем более,
Она никогда не нарушала вот это вот, и назвать это природно ли это? Конечно, конечно, природно, но, конечно, это игра ума. Конечно, это необыкновенная ясность ума, это такая созидательность ума. Ну, а вот все-таки если об Ольге Сергеевой говорить, о ее советах, у вас в памяти остались вот ее конкретные какие-то советы? Или, может быть, наставление, или, может быть, пожелание, или, может быть, руководство к действию? Какие-то слова, возможно. Но они сказаны мне лично, я вот не готова их так публично открывать. Главное впечатление от этого человека? Ну, главное даже не впечатление, а главное та связь, которая существует. Я вот так смело скажу, существует до сего момента с этим человеком, и которая неразрывно соединяет и которая всегда проявляется, когда я начинаю петь ее песни. Краса ли моя, красота да краса ли моя девичья? Куда красу деть будешь, да какая милость Божья, вот так соединять людей, так соединять пространство, так соединять, через песню соединять. Ну, это удивительно. В общем, своего рода она вам где-то передала свою харизму, оставила наследство. Этот дар, вы действительно его как бы приняли, и вот эту эстафету. Песня, во-первых, слово, это женского рода. Она как-то сочетается удивительным образом. Может быть, в этом и есть уникальность русской народной песни с каким-то материнским началом, материнской любовью, каким-то вечным зовом. Куда-то туда, туда вот. И в вечность, и в бесконечность, и в материнскую любовь, и просто в любовь. И, видите, несет все это женщина, русская женщина. Вот это песенное начало. Впрочем, как и многое другое. Это естественный такой процесс, но не так было. И не так было. Пели воины. Естественно, мужская песня – это воинская песня. Это марш. Да. Это все-таки не народная песня. И лирические песни пели мужчины. Нет, я думаю, что тут все было поровну. Просто, может быть, как бы, конечно, мужчина поет по-разному. Он поет по-отцовски. Это, если так вот уже, женщина по-матерински, мужчина по-отцовски. Это все, здесь не думаю, что здесь какие-то матриархальные какие-то вот мотивы присутствуют. Просто, наверное, сейчас носителями народной песни вот в основном стали у нас певицы. Ну, потому что, ну, во-первых, поубивали вообще-то мужчин. Мужчин в 20 веке, именно как раз носители традиции. Конечно, потому что поубивали, кто... конечно. Мужчины прекрасно пели. Вы знаете, мне посчастливилось слышать, вот, кстати, в тех же деревнях я слышала мужчину, такой был Павел Лисицын. Удивительный совершенно человек. Я иду по деревне, а дом такой ухоженный. Знаете, ухоженный, хозяйский дом, красивый. Такой простой, одноэтажный дом, деревянный, но он вот ухоженный, красивая ограда такая замечательная, воротики чудесные, так вот как-то вот хорошо. И сидит на лавочке дедушка. Ну, такой подтянутый дедушка. И так вот хороший такой закат, еще не поздний закат, только начало. Вот. И он такой сидит вот в этом вот воздухе закатном, когда пение несется очень сильно. Вот. И вдруг такое, значит, поздно вечером стояла у ворот. И потом опять поздно вечером стояла у ворот.
так красиво. У меня аж дух занялся. Ну, я, конечно, развернулась и пошла прямо так, и поздоровалась. Мы стали с ним разговаривать. Ну, там, конечно, его нелегкая судьба, там все понятно, что, знаете, как это, лагеря, там еще что-то, все это как бы, все было. Вот, и вышла его жена, такая замечательная тоже бабушка, вот, к сожалению, вот я не помню, как ее звали, его помню. Вот, и она вышла и рассказала о их необыкновенной любви, ну, мы сидели прямо вот на улице, на скамеечке, и она рассказала, говорит, мы так с ним любили друг друга, а его просватали за другую, вот, а он не хотел. Так я, говорит, из другой деревни к нему бегала, у меня, вот как в той песне, запирали, говорит, обувь запирали на замок, так я босиком бегала и зимой бегала к нему, через лес, там, через болотины какие-то, вот она к нему бегала, а он сидит такой, ну, такой вот важный, довольный такой, так как-то улыбается тихо, очень так благородно. И говорит, да, говорит, прибежит, а ноги-то все искровлены. Я, говорит, ее голубушку, говорит, валеночки. Ну, там что-то вот такое, вот рассказы какие-то такие. Я уже не буду сочинять по ходу дела. Вот. Но вот это, я думаю, что он выступил очень за всех мужчин в тот момент. И я думаю, что я еще удивляюсь. Вот это, знаете, мужчина, мне кажется, мужчина может петь так, что женщина... Собственно говоря, мужчина и должен петь так, чтобы женщина молчала и внимала, и готова была босиком, ну, знаете, по снегу, да, бежать. Вот это еще можно увидеть, кстати, эту, видимо, традицию, которая существовала. Все-таки, да, мужчина, он всегда должен быть первый, женщина за ним. А в Греции, потому что меня поразило, когда вот мы снимали там в Греции документальный фильм, что, во-первых, на клиросе поют только мужчины, да, и что вообще в храме очень много мужчин, намного больше, чем женщин. У нас ситуация с точностью до наоборот, видимо, это связано действительно с тем, что очень много бед и социальных экспериментов обрушилось на Россию в 20 веке, и прежде всего это ударило по... мужскому населению, государства, образующие нации, да, коей является русский народ. И действительно, мы сегодня видим, что вот носителей мужского рода, вот какой-то этой народной традиции, их либо мало, либо их нет вообще уже. Наверное, вот в этом смысле миссия такая ложится на русскую певицу, наверное, такая, знаете, это как все мужчины ушли на фронт, и женщина, давай, и за себя, и за того парня. Наверное, сегодня, вот, и, может быть, даже и на этом фронте русской народной песни также. Помните, как у Высоцкого была песня? «Так случилось, мужчины ушли, побросали покосы до срока». И так далее. То есть сейчас запою эту песню, но я ее пою, конечно, но это так и есть. Больше не видно из окон, затерялись в дорожной пыли. И такой чудесный припев. Мы вас ждем, торопите коней. В добрый час, в добрый час, в добрый час. Пусть холодные ветры не бьют, а ласкают вам спину. А потом возвращайтесь скорее, ивы плачут по вас. Тихо вокруг. Покрытым мглом, вот из-за туч блеснула луна, могилы хранят покой, белеют кресты. Это герои спят, прошлого тени кружатся вновь, о жертвах в полет. Несемся мыслями, в отчий дом, собрались в обществе молодом, и в вальсе кружатся лихие корнеты, баяняют чар любви. Сколько не разгадано вещих снов, сколько недосказано нежных слов. Завтра чуть свет
Так спите, герои русской земли, вас русский прославит народ. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать многомиллионной аудитории телеканала «Союз»? Да, я всегда желаю всем радости. Я всегда говорю, подписываю всем на радость. Ну вот как близким, правда, желаю радости, желаю обрести ее, искать ее, находить ее. И даров Божиих желаю таких вот. Господь каждому человеку что-то такое отпускает, что-то дает. Награждает как-то вот каждого, милует, награждает, слово даже не подходит, наверное, вот милует каким-то даром. Вот. Пусть каждый, знаете, у кого, скажем, в семье нет ребеночка, пусть родится ребеночек у кого-то. У кого, не знаю, старенькие родители, пусть они будут живы. Здорово, пусть они как можно дольше проживут. Влюбленным желаю пожениться. Такую найти свою, такую вот, такую, ну вот, счастье какой-то, такой вот, первый шаг какой-то такой. Вот. Желаю, конечно, мира, такого покоя. Такой, знаете, внутренней теплоты. Ну вот на радость нам у нас в гостях была певица и композитор, исполнительница русской народной песни и русского романса Евгения Смолянинова.